Всем привет! Blender 2.81. Давайте в этом ролике запустим самолет. Полетать по кривой. Айда. Так, вот такой у нас планер. Сейчас мы ему добавим именно взлетную полосу. Единица, так, семерка на нампаде. Вот так все это дело подставляем. Включаем Add. Находим Mesh, находим план. И теперь давайте Scale. Вот так все это дело прибавим. Зайдем теперь в Edit Mode. И немножко транспозом это все дело покрутим, повертим. Так, самолет пока можно отключить. Смотрим, что у нас тут есть. Так, чуть-чуть сплюснем. И немножко вытянем. Вот такая полоса получилась. Сейчас будем ее корректировать дальше. Чуть-чуть подлиннее. Вот так. Самолет включаем, смотрим, что да как. И теперь можно вот этот вот взлетную полосу передвинуть вперед. Вот так. Ну, чтобы под самолетом тоже было, конечно. Вот такая штука. Так, можно даже еще на подлиннее. Пусть будет. Не жалко. Заходим теперь в Object Mode и находим в Add опять же курвы и опять же патч, путь. Так, теперь его опять находим, жмем Edit Mode, семерка на нампаде, Shift зажаты, колесико зажато и перекручиваем. Так, сначала на S сделайте чуть-чуть побольше и транспозом чуть-чуть вот так я перекручиваю. Вот таким вот образом. Смотрим, как она тут установилась. Тройка на нампаде. Немножко ее так вот перекрутить можно, если сбилась. И теперь погнали. Select Box отключим. Нажимаем на вершину. Щелчок левой кнопкой мыши. И английская E. Вот так вот ее продолжаем. Надо, чтобы он чуть-чуть подольше взлетал, конечно, красивее будет. Так, G, E, E, еще раз E, и вот так уже пошла на взлет. Еще немножко E, и теперь E уходит именно на поворот. Так вот. Shift колесико и продолжаем английское E. И вот так вот он уходит на посадку. И заводим под нее вот так. Смотрим, чтобы было все нормально. Тройка на нампаде. И теперь все это дело именно транспозом можно опустить. Вот так, где-то что-то подогнать. Посмотреть, где-то что-то оттянуть. Вот эту можно немножко вытянуть, дать ей круг. И вот так вот, оп. Теперь семерка на нампаде. И вершина вот сюда вот заходит под самолет. Так вот корректируем. Все это дело выравниваем. Ну, в принципе, прикольно. Где-то вот такая получилась траектория. Смотрим, что да как. Единица на нампаде. Ну, в принципе, нормально. Взлет-посадка. Тройка на нампаде. И погнали. Теперь заходим в Object Mode. Нажимаем на самолет.
Shift зажатый, нажимаем на курву, жмем Ctrl-P и находим Follow Patch. Чуть-чуть уменьшаем и запускаем анимацию. Полетел. Вот так пошел на посадку. Вытягиваем нижнюю панель хода процесс анимации. Называется таймлайн, вот это вот экран. И теперь давайте посмотрим, как он тут стал. Так, вот здесь он уже кривовато. Это можно немножко подкорректировать. Нажимаем на самолет. И немножко его тут так вот выравниваем. Вот так. И немножко сажаем. Прописываем вот этот этап. Нажимаем так. Сначала Alt A I. A I. Lock Rot. А здесь будет у нас первый кадр. Так, что тут такое? Надо и тут на первом кадре самолет тоже развернуть. Смотрим, что да как. И приподнять его. Вот так. Единица на нампаде. Выравниваем. И немножко вот так в бок уводим. Жмем А. И локрот. Выравниваем. Так, тройка на нампаде. Немножко колесиком уменьшаем. Ну и пусть летит. Вот так. Сотый кадр. Вот здесь вот. И давайте обрежем ненужные вот эти дорожки. 250 тут стоит. End. 100. Enter. И вот теперь анимация зацикленная. Вот самолет вот так летит. Где-то заворачивает. Прикольно. Теперь можно, как по прошлому ролику, еще камеру направить, чтобы камера следила, как он взлетает, как он садится. Вообще будет жесть. Ну, вот такой вот есть способ тоже. Все, всем пока, до свидания.